Есть такой американец, живет в Сибири, в России, он носит две шапки. А у него спрашивают, почему ты носишь две шапки? Он говорит, зачем, говорит, носить одну теплую, потом одну не теплую. Время теряешь, а так две. Если сильно жарко, снял одну и пошел. А я ношу два свитера. Ну и куртку. Хорошо, что взял водонепроницаемую, потому что знал, что в Сиэтле всегда идет дождь. Поэтому куртка с двойной прокладкой. То есть тепло, нормально. Так что если будете путешествовать в Сиэтл, всегда берите с собой запасную одежду. Машину не обязательно. Машин здесь, как видите, на выбор. Цвет, на выборы, на все остальное. Так что берите куртку и зонтик. Но если будете покупать, например, Rolls-Royce, там уже зонтик идет монтированный, так что за это можно не переживать. Так что всем удачи, пока!